очередной привет. Приехал сегодня в очередной раз на реку Исеть. Черт дернул поехать с утра на рыбалку. Не знаю на самом деле, чем это обернется. Может быть, полным провалом, а может быть, хорошей рыбой, хорошей раздачей. Поэтому сейчас заканчиваю собираться и уже выдвигаюсь. Ребят, вы только посмотрите на эти осенние прекрасные краски. Зеленый, желтый, красный, оранжевый и много-много других оттенков. Буквально на нескольких деревьях уже вся палитра цветов. Прекрасная погода сегодня, замечательное настроение. И особенно, когда видишь впереди вот такие вот пейзажи, оно вообще поднимается до каких-то невероятных высот. Выдвигаюсь на первую точку. А вот так вот выглядит эта заводюшка, которую я сейчас прокидывал. То есть вот здесь основная струя, основное течение проходит чуть левее середины реки. И вот здесь справа такой вот затишочек. Вот его-то я и пролавливал, надеясь, что здесь может быть какая-то рыба. Но сейчас на низкой воде, я так понял, рыба здесь совершенно не задерживается. Ну что, иду дальше. Что, можно сказать, вышел на интересующую меня точку. На противоположном берегу такой неплохой коряжник. И я как раз хочу обловить вот этот самый коряжник. Так, ну что, первые забросы поклевок даже не принесли, поэтому хочу продвинуться на несколько метров вперед. На некоторых участках и сети дно песчаное, поэтому с паводком или так после сильных дождей русло перемывает очень сильно. И поэтому получается, что в один год ты пришел, здесь есть ямка. В другой год ты пришел, ямки уже как не бывало. Вот такой классный коряжник на том берегу, но на низкой воде, к сожалению, рыбы в нем нет. Вот такая печальная картина: воды в реке на этом участке реки совершенно нет. Вот так вот обнажилась эта песчаная коса, этот остров, который обычно всегда хоть более-менее как-то скрыт. Вот как-то так. Вот такой коварный бывает и сеть на участке от ключей от водосброса до Двуреченска. Ни одной поклевки, ни одной рыбы, к сожалению, поймать не удалось. Предлагаю сейчас переместиться на одну из точек, где я на одной из предыдущих рыбалок вместе с женой ловил таких среднекалиберных килограммовых щук. Поэтому поехали. Ну что, я уже на берегу, прибыл на точку. Да, когда на солнце стоишь, солнце пригревает чуть ли не по-летнему. Остается надеяться, что здесь есть пара-тройка голодных щук, которые, возможно, сейчас на обеденный перерыв сюда зайдут. Так, что-то у нас рыба не хочет сегодня на такие толстенькие приманки клевать. Сейчас попробуем
переставиться на что-нибудь. И какая-нибудь крокозябра, которая уже вся побита и покусана, возможно, нам опять поможет. В прошлый раз именно на эту приманку мы вот с Катей ловили рыбу. Точнее, у нее поимка была первая на Johnny Fish Snitch 50 миллиметров. А у меня была как раз вот такая китайская крокозябра длиной 63 миллиметра в таком натуральном цвете. О, ребят, рыба села. Слушайте, поставил приманку и села рыба. Ух ты! Меня камера пишет. Слушайте, неужели это волшебная приманка, которая щуке тут очень и очень нравится? Да, небольшая щучка на паузе взяла. Так, сейчас. Да, действительно, слушайте, уже не первую рыбалку получается. На вот эту приманку рыба клюет. Ну, это килограммовочка, наверное, которую мы ловили тут на медне. Скорее всего. Ну что, ребят, очередная, точнее первая щурогайка на этом месте. На ту же самую приманку, на которую в прошлый раз мы с женой здесь неплохо ловили. Это 63 миллиметра силикон наподобие Джонни Фишерского тизера. С таким маленьким хвостиком, делает небольшие колебания. И местные щуки, судя по всему, очень неплохо заходит. Вот такая вот небольшая рыбешка. Ну, собственно, продолжаю ловить дальше. Тот же самый китайский силикон, на который мы в прошлый раз ловили. Буквально первый же заброс и сразу поклевка. Ну, значит, продолжу ловить. Манка, естественно, слетела. Сейчас поправлю и продолжаю ловить. Все повторяется ровно так же, как и в прошлый раз. Я делаю очень долгие паузы, и по сути щука на этой паузе и садится, потому как такая. О, ребят, на паузе опять поклевка, и кто-то есть, либо небольшая щучка, либо хороших размеров окунище. Так как шпарит, будь здоров. Да, слушайте, действительно, окунь. Ух ты какой. Вот такой вот хороший окунишка попался. Подольше пауза и все, и просто раз, и там уже тяжесть какая-то сидит. Без игры, без, точнее, без поклевки как таковой, без удара, просто повисает. Точно так же, как щука. И все. Вот такие дела, ребят. Такое вот окунище. Все, отпущен после непродолжительной фотосессии. Так, сегодня тут окунишка поклевывает. Это уже становится интересно. Вот такие вот непредсказуемые рыбалки получаются день ото дня. То в один день ловишь крупную щуку, правда, при этом тоже поклевок-то не сильно много было, то в другой день проходишь сначала несколько километров по реке, не получаешь ни одной поклевки, не видишь ни одной рыбы, переезжаешь в другую локацию, и тут рыба как будто бы стоит на месте и никуда не уходит и продолжает клевать. Все нюансы по поклевкам почему-то сохранились точно такие же, как с прошлого раза. То есть рыба клюет на очень длинной паузе, причем без удара, без подтяжки. Просто начинаешь делать подмотку, и там уже на том конце лески у тебя трепыхается добыча. Всем удачи на рыбалке, увидимся с вами на водоемах, и всем пока!